Привет, Алиса! Что такое? Мы сейчас были в магазине и увидели вот такие яички. Ну, как Алиса, My Little Pony. Это Пай. Пинки Пай. Алиса специалист по открыванию яичек. Попам! Молодец, давай мне. Доставай. Потом, да, скушаем? Потом. Потом скушаем, мы пока их будем складывать. Давай, открывай. Не можешь? Да. Давай я тебе помогу. На мачкачу. Ой-ой-ой. На, держи. Открывай. Ой, на дома те. Да, доченька. На дома те. Дома? Да, на те дома, мама. Показывай, доченька. Кто тебе попался? Поня. Понечка? Маленькая, да? Да. Ну это совсем не My Little Pony. Это просто маленькая понечка-фея, да? Она... С крылышками, да? Да. Ну-ка. Вот такая малышечка, пони. Таких у нас дома несколько штучек уже есть, да, Алиса? Вот зеленой, по-моему, не было. Так, следующее яичко. Мы очень надеемся, что нам все-таки попадется My Little Pony из новой коллекции. Так, давай. Это яички. Давай вторую половинку. Ой! Напала. Так, открываем. Пая-пая-пая. Держи. Держи. Вот, наехка дома. Что там такое? Какое-то колечко. Да, на те дома. Два колечка. А что это за колечки, Алиса? Три колечка. Как это три колечка и как их носить? Покажи, ребят. Ой, какое обалденное. Давай посмотрим вкладыш. Так. На вкладыше нарисованы три колечка. Это Алиса одевает, пробует. Это Алиса на этот пальчик и на вот этот пальчик. Нет. Нет? Все на один? Да. На эту ручку можно одеть, смотри. Вот так. И вот это вот, смотри. И вот это можно вот сюда. Покажи, ребятка. Ой-ой-ой-ой. Давай следующее открываем. Может быть, в нем нам попадется My Little Pony? Нет. Нет, ты уже знаешь. Получалось. А это мы дома скушаем, да? Нет, на бибике. У бибики. Держи, открывай. Что там такое? Пони, Пинки Пай? Да. Это девочка, Эквестрия. Ой, вот это хорошая у тебя попалась. Да, это хорошая игрушечка, да, Алиса? Да, Таня. Таких у нас еще не было. Да, дома. Дома у тебя такой нет, ты что? Мы еще такие не покупали яички. Так, нам попалась Пинки Пай. Да, девочка. Пинки Пай девочка из Эквестрия Гёрл. Какая красивая. У нее даже волосы как настоящие. Да, Алиса? Да, на. Как у тебя, да. Такие белые. Розовые. Да, белые. У тебя белые, да. Папа черные. У папы черные. Такая вот Пинки Пай красивая. Будем играть? Да, расчесывать. Волосы будем расчесывать, да, Алиса? Нам нужно будет еще таких яичек купить побольше, да? Чтобы нам все девочки попались. Потому что их тут много-много, а нам только одна попалась. Да, надо много. Надо много, да, надо много купить. Яичко хочешь скушать? Алиса, пиццу будешь? Яичко будешь? А пиццу? Давай пиццу скушаем. Ой, какие красивые колечки у тебя. Подавайте. Ну, давай вот сюда сложим. Вот, складываем. Чтобы не потерять. Еще. Да, давай еще. И ой, закроем. Ой-ой-ой-ой-ой, много-много. Опа. Все,
все, наши ребяткам пока-пока, будем кушать пиццу. Пока-пока, на пиццу. Пока-пока, мы будем кушать пиццу. Муа.